Архитектура в живописи или что есть привлекательного в Запорожье? В выставочном зале Союза художников открылась выставка работ городского пейзажа. С экспозицией знакомился Артур Туркин. Хотя считается, художники любят писать городской пейзаж, такую выставку здесь проводят впервые. Евгений Прокофьев показывает две свои совсем свежие работы. Уголок старого Александровска, бывшее здание фабрики, и Меноницкий дом на Верхней Хортице. Абсолютно асимметричные и не укладывающиеся геометрические формулы. Они несут такую чистоту и несут действительно какое-то поэтическое вдохновение. И изюминки есть такие, которые цепляют, останавливают, что ты можешь посмотреть, покопаться и какое-то новое вдохновение для себя почерпнуть. Ну а для художника это себя попробовать в рисовании именно вот таких вот интересных зданий. Где... На выставке представлено біля 100 творів. Приблизно 30 художників, хтось більше, хтось менше. Приємно, що крім художників Запоріжжя і Запорізької області беруть участь архітектори, які реалізують себе як художники. Тому я думаю, що ця виставка і тема достойна бути традиційною. А вот как выглядит архитектура города глазами архитектора, показывает Виктор Лукашов. В отличие от его градостроительных проектов, в живописи он не придерживается четких линий и строгой геометрии. Здесь главное – графический силуэт и немного метафизики. На этой выставке можно увидеть запорожский индастриал и львовские этюды. Такая вот живопись у Виктора Лукашова. Это так, как я ее чувствую, как я ее понимаю. И силуэтное, и символическое решение. Вот поэтому мне кажется, что вот такая точка зрения тоже может быть. Хотя задумывали выставку как запорожского городского пейзажа, однако на самом деле работ по этой теме оказалось не так уж много. Сейчас в городе проходит первый пленэр, который должен исправить ситуацию. Для участия в нем пригласили художников не только из Запорожья, но и Харькова, Винницы, Тернополя и окрестной периферии. Мы пригласили художников с прицелом на то, чтобы пополнить свои музейные фонды. Именно работами тех мастеров, которые сегодня ярко выражают как раз жанр городского пейзажа. В рамках пленэра художники уже посетили Старый Александровск и соцгород. Завтра на Верхнюю Хортицу. Что получилось, обещают показать в понедельник в художественном музее. Так что такие выставки, посвященные городской архитектуре, вполне могут стать доброй традицией Запорожья.